Уважаемый Алексей Логвинович, приветствую вас и очень рад нашей встрече. Должен с удовлетворением заметить, что очень высокая интенсивность общения между представителями Российской Федерации и Республики Армении. И несмотря на это, нужда в более динамичных общениях есть, потому что наша повестка настолько насыщена, что не всегда удается исчерпать все вопросы нашей повестки. Я уверен, что сегодня мы будем обсуждать очень широкий круг вопросов, экономические вопросы, политические вопросы, вопросы, связанные с нашей региональной ситуацией, с международной ситуацией. И для меня всегда приятно встретиться с вами и иметь возможность обсудить все эти вопросы. Добро пожаловать. Спасибо большое, Николай Иванович, тоже очень приятно встретиться с вами, обсудить действительно вопросы нашей двухсторонней повестки. И хочу в первую очередь отметить стратегический характер взаимоотношений Российской Федерации и Армении. И, конечно, это отношения, которые выстраиваются в современном виде последние 30 лет, но на самом деле они имеют многовековую историю. И мы не раз сталкивались с различными вызовами, угрозами, включая экономические кризисы, изменения в глобальной торговой экономической системе. Но, несмотря на это, мы продолжаем укреплять наше сотрудничество в экономической сфере. И у нас очень хорошие показатели роста взаимной торговли в прошлом году. И инвестиции хорошо идут из России в Армению. То есть мы на самом деле радуемся тем успехам, которые делает армянская экономика как часть экономики большой Евразийского экономического союза. И те преимущества, которые дает союз, они, конечно, очевидны.